нет сомнений, что каждый человек, живущий в северном полушарии нашей планеты, глядя на ночное небо, в первую очередь ищет на нем большой ковш, астеризм, входящий в созвездие Большая Медведица, и состоящий из звезд, название которых известно чуть более узкому кругу людей. Это Бенетнаж, Мицар и Алькор, Алиот, Мигрес, Дубхе, Мирак и Фегда. Еще меньше люди знают, что самая интересная звезда в Большом Ковше не Мирак, которая на самом деле двойная звездная система, и даже не Альфа Большой Медведицы Дубхе, а именно Мицар и Алькор. Привет, друзья! В этом выпуске подборка самых интересных фактов об этих необычных звездах. Поехали! На первый взгляд кажется, что Мицар и Алькор одна звезда, но это не так. Если у вас хорошее зрение, то присмотревшись, вы увидите две звезды, одну побольше Мицар и другую поменьше Алькор. Это все, что человек может увидеть невооруженным взглядом. Но это не две, не три и не четыре звезды, а целых шесть. Подробнее о них далее в этом выпуске, а пока поставьте лайк и подпишитесь на канал, если еще не подписались. Название Мицар происходит от арабского слова, означающего «пояс» или «набедренная повязка». Алькор происходит от арабского слова, что означает «забытый». В традиционной индийской астрономии Мицар известен как Васиштха, один из семи мифических мудрецов. Алькор, как его жена Арундхати. Они считаются символом брака, и в некоторых индуистских общинах, на свадебных церемониях, указывают на эти звезды как символ счастливого брака. Мицар и Алькор в Англии иногда называют лошадь и всадник, где лошадь Мицар. В китайской астрономии сам Мицар известен как пятая звезда Северной Медведицы. Уже в 16 веке при помощи первых телескопов было установлено, что Мицар — это двойная звездная система, состоящая из компонентов Мицар A и Мицар B. Гораздо позже, уже использовав спектральный анализ, было доказано, что каждая из этих звезд также является двойной системой. К началу прошлого века система Мицар-Алькор стала первой системой, известной науке, которая состояла из пяти звезд. В начале 21 века ученые из университета Рочестера благодаря специальной программе выяснили, что Алькор тоже не единичный объект, а звездная система из двух компонентов. Вся система находится на расстоянии около 83 световых лет от Солнца. Расстояние между Мицаром и Алькором составляет всего 1 плюс-минус 0,5 светового года, по некоторым оценкам, четверть светового года. Мицар, как я уже говорил, это четверная звездная система. Первые два компонента системы Мицар AA и Мицар AB вращаются вокруг общего центра масс на расстоянии от 0,12 до 0,39 астрономических единиц, что ближе друг к другу, чем Солнце и Меркурий. Горячие гиганты с температурой поверхности около 9000 градусов. Оба компонента более чем в 2,5 раза крупнее Солнца. И более чем в 30 раз ярче. Масса каждой из звезд в 2 раза превышает массу Солнца. Про двойную звезду Мицар-B пока известно немного, только то, что две звезды Мицар-BA и Мицар-BB не очень схожи друг с другом. Мицар-BA, вероятно, в 2 раза тяжелее Солнца, а Мицар-BB наоборот значительно легче нашей звезды. Компоненты совершают один оборот вокруг общего центра масс примерно за 175 суток. Расстояние между ними, к сожалению, пока точно неизвестно. Сколько времени требуется звездным системам Мицар-A и Мицар-B, чтобы совершить один оборот вокруг друг друга, точно неизвестно. Но это число составляет не менее нескольких тысяч лет. Система Алькор состоит из двух компонентов, горячей звезды Алькор-A и красного карлика Алькор-B. Пока мало данных про эти звезды. Первый компонент горячее нашего Солнца, его температура составляет по разным оценкам от 7500 до 8000 градусов по Цельсию. Ученые предполагают, что у Алькор-A очень высокая скорость вращения вокруг своей оси. Она, возможно, составляет около 230 км в секунду, в то время как у Солнца этот показатель составляет около 2 км в секунду. Масса и радиус этого объекта больше, чем у нашей звезды почти в 2 раза. А его светимость в почти 14 раз больше солнечной. Касательно второго компонента, это звезда главной последовательности, красный карлик массой в четверть солнечной, возраст которой оценивается в 500 000 лет. Но это может быть еще не все. Ученые допускают, что еще одна очень слабая звезда может вращаться вокруг звезд Мицар-AA и Мицар-AB.
которая тоже может быть двойной звездной системой. Гипотетически, это возможно, 8 звезд, вращающихся вокруг друг друга, но время, как говорится, покажет. Давайте подведем итог, что же все-таки такое Мицар-Алькор. Мицар и Алькор вращаются вокруг своего общего центра масс. Мицар состоит из двух звездных систем Мицар-А и Мицар-Б, вращающихся вокруг уже собственного центра масс, тогда как в этих системах тоже по две звезды, которые тоже вращаются вокруг друг друга. Алькор, в свою очередь, тоже система из двух звезд, и они вращаются вокруг своего центра масс. Друзья, пока это говорил, у меня закружилась голова, а у вас? Пишите в комментариях. Шестикратные звезды встречаются исключительно редко, а звезд большей кратности пока не найдено. Из известных на сегодня, помимо Мицар-Алькор, есть еще одна из сложных систем, звезда Кастор, альфа-близнецов, состоящая из 6 звезд, образующих трехуровневую систему. Двойной спутник вращается вокруг двух двойных звезд Кастор-А и Кастор-Б. Друзья, давайте делиться знаниями, чтобы глупости не осталось места в этом мире. Подписавшись на канал и поставив лайк, вы очень этому посодействуете. Всем успехов и до скорого!